4 ноября. Христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери. В эту дату христиане чтят святыню, которая исцеляет святых и защищает жилища от пожаров. В этот большой православный праздник установлено несколько запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Как и во все большие церковные праздники, в этот праздник нельзя заниматься работой по дому, стирать и убираться. Все домашние дела лучше сделать накануне праздника. 4 ноября не приветствуются вечеринки и шумные гуляния, особенно с алкоголем. В этот праздник не рекомендуется отправляться в далекую дорогу. В противном случае путь будет сложным и долгим. В этот день можно помолиться святому образу Богородицы в церкви или дома. Молиться можно за себя или за родных. Также близких друзей можно пригласить домой на празднование. День Казанской иконы Богоматери хорошо подходит для свадьбы. Заключенный сегодня брак будет крепким и счастливым. Казанская икона Богородицы считается покровительницей и защитницей семьи, а также помощницей в трудных делах. Ей молятся о пополнении, здоровье и благополучии, помощи в трудной жизненной ситуации. Святой образ дарят при венчании и крещении, ставят у детской кроватки.